бабочка, которая готовится взлететь. И сколько ей нужно секунд расправить крылья? Бабочки свое время. Кому-то хватает 10 секунд, кому-то даже 1 секунду для взмаха крыльев. Пошли, таракана будешь держать. Ну, а теперь внимание, внимание. Сейчас будет самый страшный и ужасный. Не, не бойся, не бойся. Сама тогда его возьми. Тараканы разговаривают, боятся, кричат, зовут на помощь, что они делают. Все вместе? Все вместе. Это у него защитный такой крик, да? Угу. Что он боится, да? Да. Боится. Мадагаскарский. Можно ведь потрогать? Я сама его боюсь. Они не кусаются. Пожалуйста, когда... где еще можно у нас в Тольятти потрогать мадагаскарского таракана? По спинке погладить, пожалуйста. Только вот здесь. Вот. Ну, честно сказать, да. Только здесь можно пока что. А мы приезжаем всего раз в год. Раз в год бывает именно здесь, либо в Мадагаскаре? Ну, либо капитал, либо Мадагаскар. Фонаричка. А если у таракана этого взять? Он не кусается, не кусается? Нет. Мадагаскарский нет. Здесь там другие у вас тараканы. Где они водятся, чтобы про них можно сказать? На Мадагаскаре, да, получается? Так, да, они от этого и... имени, да? Логичные обитания. Мадагаскар. Так это декоративный вид, правильно? Они... Верно? Потому что настоящие кусаются. Вот вас. Нет, вот эти усатики уже как-то вот они кого-то напоминают, похоже, да? На обычных. На обычных, которые могут... Лучше не этих смотреть, а соседних. Они же те же самые. Просто те еще дети. А вот скажите, общение с насекомыми, это как-то расслабляет у мужчин и тараканов? А кого едят? Каких тараканов вообще едят кто-нибудь? Что, тараканов можно есть? Да, кореец, да. Вот именно таких едят? Которые у вас есть? Да, Корея, Китай, вот таких вот. Да. Они всех едят тараканов. Просто там, когда был большой голод во время войны, они начали их есть. Иногда у них это считается большим деликатесом, но у нас в стране это не принято. У нас это как домашний питомец. Многие считают это реально как собачьи, вообще душевные. И... вот эти, кстати, летательные. А по вкусу интересно, если их едят потом? Говорят, они со вкусом курицы. А что они кушают сами? Они сами кушают зелень. И все. Да, так же, как и все. Ну, хотя нет, тем... А, не тем. Вот они, помимо листвы и палочек, едят еще печеньки. Которые усатые, да? Которые усатые. Это палочники. Они тут везде, на листьях. Да-да-да, они мелкие, тонкие, палочники. И тут тоже тараканы. Где наши бабочки? Бабочки, конечно, интересные.